Русская сцена потеряла крупнейшего режиссера современности. Умер выдающийся деятель русского искусства, один из основателей Московского художественного театра, народный артист Союза СССР, лауреат Сталинской премии Владимир Иванович Немирович Данченко. В почетном карауле. Мастера советского театра прощаются с учителем и другом. После кремации состоялось траурное собрание. Москва провожала в последний путь великого художника сцены. Он был подлинным борцом за народное искусство, которому отдал без остатка свою славную большую жизнь. Прахом Владимира Ивановича Немировича Данченко погребена на Новодевичьем кладбище вблизи могил Чехова и Станиславского. Калинин вручил орден Суворова первой степени генерал-полковнику Андрею Ивановичу Еременко. Орден Суворова второй степени генерал-лейтенанту танковых войск товарищу Мостовенко. Орден Суворова второй степени генерал-майору танковых войск товарищу Зиньковичу. Главные военачальники награждены за умелое и мужественное руководство боевыми операциями. Михаил Иванович Калинин вручил в Кремле высшую награду Советского Союза орден Ленина командиру Чехословацкой воинской части в СССР полковнику Людвигу Ивановичу Свобода. Полковник Свобода заявил, в будущих боях наши части еще ревностнее будут выполнять приказы командования по разгрому и полному уничтожению немецких варваров, посягнувших на наши братские славянские земли. Как выглядело селение Лидиков в Чехословакии до того дня, когда немецкие варвары сравняли его с землей, учинив зверскую расправу над жителями. Это
Этот американский городок назван Лидице в память о погибших за свободу Чехословакии. На открытие памятника мученикам Лидице собрались жители городка и окрестных селений, среди которых много уроженцев Чехословакии. Лидице живет! Еще один немец уничтожен на кубанской земле. Его застрелил снайпер Василий Дадашев. Теперь на счету у Дадашева 63 уничтоженных немца. На передний край расположения Энского стрелкового полка прибыли корреспонденты армейской газеты «Вперед». Снайпер рассказал журналистам о том, как уничтожает фрицев. Его девиз – «Каждая пуля в сердце врагу». Корреспонденция о боевых делах знатного снайпера и его портрет доставлены в редакцию. Приступили к верстке очередного номера. Заработала походная типография. Газета отпечатана. Тираж отправляется в части подразделения Энской армии. Армейская газета «Вперед» изо дня в день знакомит своих читателей-фронтовиков с боевой жизнью и подвигами лучших людей, призывает бить врага как снайпер Дадашев, как тысячи других героев. Личному составу войск Волховского фронта объявляется приказ командования о воздании воинских почестей красноармейца саперного батальона Илье Гавриловичу Шалунову. Красноармейца Шалунова зачислить навечно в списке батальона и оглашать его имя на всех вечерних и утренних поверках того подразделения, где служил и пал смертью храбрых товарищ Шалунов. Учредить в батальоне книгу героев в части, куда вписать имя красноармейца Шалунова. Безымянная высота близ деревни Воронова. Здесь, в жестокой схватке, пал смертью храбрых боец Шалунов, показав высокий образец воинской доблести и патриотизма. Осколками мины дважды тяжело ранило героя. Оторвало руку, но он продолжал вести бой. Третье ранение было смертельным. Последние слова его были: «Я умираю, а вы идите вперед и побеждайте». Подразделение, где служил герой-сапер, навек зачисленный в списке батальона. Портрет героя, его орден, книга героев части, в которую записано его имя. Островляк! Я! Разин! Я! Крылов! Я! Храмцов! Я! Шалунов! Красноармеец Илья Шалунов геройски погиб в боях за Родину.